А, то есть это... Да, и там проходит река оранжевая. Ага. Отдельного разведывательного батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Боевая подготовка является основной жизнедеятельностью подразделения войсковой разведки. Важную часть занимает у разведчиков рукопашный бой, хата с использованием штык-ножа и штатного оружия. С появлением первых разведывательных подразделений рукопашный бой получил четкое направление на уничтожение или пленение противника. С появлением ручного огнестрельного оружия рукопашный бой не утратил своего значения. Приемы выполняются на утренней физической зарядке подготовительной части занятий. Ярыгина. Здесь отображаются атаки противника с различных положений. Сейчас вам будут представлены акробатические элементы и бой с тенью. Рукопашный бой с выходом сальто. Отображена работа по самообороне от ножа. Мельница и Маваша. А сейчас будет удар в голову ладони с проведением бокового удара на бой в корпус. Уход от удара.
внимание представляется разбитие деревянных изделий. Сейчас ударом на вас. И разбитие деревянного изделия в спину. Кирпичи будут разбиты рукой. Победитель двух международных театральных фестивалей в Гренобле, Франции, на Кубках Европы, чемпионатах мира, кубках на приз президента Российской Федерации по конному спорту. Тарас Бульба, «Тихий дон», «Россия» и кинофильм «Полицейская академия», «Петр Великий» из США.
Все попытки адапты помощи прежней тактики наталкивались на новые способы массового уничтожения. Thank you.
после